наш канал Лейли и Эсель. Сегодня мы получили посылочку от канала Муставая. И вот она там, Монара. И вот там они нам прислали какой-то пластилин, похоже, растягивается. И они нам прислали не одно яйцо, а сразу два, потому что нас двое. Да. Итак, и распакуем. Да. Анарчик, начинаем. Тут скотч, она. Помочь? Помочь? Не да. А, нужно подождать, чтобы вылипся. Нет, надо просто открыть вот эту бумажку. А потом я. Обязательно. Покажите, что это? Вот такой вот желтый пластилин. Как он растягивается. Вот, иди на столик. На столик иди. И распакуй, покажи. Лили, убери эту конвертик. Липкая немножко. Ух ты. Только, наверное, его нельзя держать в незакрытом виде, он может засохнуть. Да, поиграть и положить обратно. Он был похож, дарили, и он засохнул, потому что его держали. А потом по мою руку. Хорошо. Он давайте, слепите что-нибудь интересное. Я снеговика желтого. Анарчик, покажи нам поближе свой. Иди сюда. Что это? Там бумажка. Бумажечка попалась, ничего. Ой, давай посмотрим, какой он. Вот потом такой. Я ты помойся руки. Обязательно. Дай. Дай. Я колобка делаю. А у меня снеговичок. А я сегодня вонятика. Она очень много. Вот такие вот мы слепили буковки Л и А. И сегодня и огромное спасибо и огромное спасибо каналу Муз-ТВ за то, что он нам подарил такие клевые, похожие на лизуны или пластилин. Обязательно заходите на канал Муз-ТВ, ссылочка на его канал будет в описании. На этом канале много конкурсов, много распаковочек и всего интересного. Обязательно подписывайтесь на наш канал и на канал Муз-ТВ. А еще нам пришла посылка от Владислава Сенники. Да. Сенниковой. Мы выиграли в конкурсе. Что же там такое? Она разыгрывала канцелярию в школе. Так, Анар сразу себе захватил подарки. Ну что там у вас? Письмо? Давай пока. Это вообще-то мое. Давай покажем, Анар. Блокнотик и какой красивый. Frozen и это тоже Frozen. Блокнотик. Все. Такой с замочком, да. И мелки, целых 36 штук. Во, какие. И письмо. Здравствуйте, Лейли Эсель. Спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень приятно. Я рада, что встретила вас на Ютубе. Вы такие позитивные, веселые. И у вас очень хорошие родители. А видео у вас очень интересные. Я их смотрю с интересом. Немного о себе. Я перешла в 4 класс. Учусь на отлично. Осенью начнется учеба в школе. Боюсь, что времени на канал будет мало. У меня есть старшая сестра. Она уже замужем. И ее уже есть дочка. Ей 2 годика. Вы ее видели в моих видео. У нее скоро тоже будет свой канал. На этом все. Надеюсь, мои призы вам понравятся. До встречи на канале. Пока, Влада. Спасибо огромное за письмо. Я тоже перехожу в 4 класс осенью 15 сентября или 17, потому что попадает на субботу. И можно письмо. Спасибо огромное Владиславу Сеннику и каналу Муз-ТВ. Нам очень понравились их посылочки. Подписывайтесь на канал Муз-ТВ.
и Владислава Сенникова. Там вы увидите много чего интересного, разных распаковок, путешествий и много-много конкурсов. Подписывайтесь на канал Лилия Зель, Мурс ТВ и Владислава Сенникова. Всем пока-пока, до скорой встречи, пока-пока! Пока-пока!